Тем временем спасатели призывают быть осторожными на воде. Честники семьи бьют тревогу. В регионе с начала года утонуло уже 12 человек, из них один ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это в два раза больше, отмечают специалисты. Хотя сотрудники водно-спасательной службы регулярно проводят с отдыхающими профилактические беседы, количество трагедий не уменьшается. Последний случай произошел 2 недели назад. В водоеме утонула молодая девушка. Поиски ее тела до сих пор продолжаются. В основном молодежь в этом году тонет. Почему? Потому что многие не умеют плавать, многие приезжие. Они не знают, что Иртыш у нас очень бурная река, холодная река. В связи с этим ни о чем не задумываясь, прыгает в воду, после чего течение уносит. На обратный путь у них сил не хватает.